Начиная с этого учебного года для учащихся старших классов реализуется программа экспериментального обучения. В рамках проекта школьники будут осваивать швейное дело. Подробности в следующем сюжете. Одна из школьниц, обучающихся по экспериментальной программе, Ева Анна Соловьева, 16-летняя ученица, уже умеет пользоваться швейной машинкой и шить различную одежду. Юная швея говорит, что это занятие ее увлекло, и теперь она свободное время посвящает урокам кройки и шитья. Здесь мы научились очень многому. Все у нас учительница, благодаря учительнице у нас все понятно, объясняет нам, и много шьем. Мы достаточно уже много сшили, допустим, юбки, платья, жилетки. Мне это заманило очень сильно. Экспериментальная программа стартовала в сентябре прошлого года. Сейчас около 40 учеников обучаются только по специальности швея и изучают все тонкости портняжного искусства. В будущем могут быть добавлены и профессии других отраслей. Экспериментальная группа была разработана так, чтобы ребенку было удобно учиться. Обучаясь в 10 классе, школьные занятия заканчиваются в 1:30. В 2:30 начинается наш урок по шитью. Длится он до 6 часов вечера. Дети получают как теоретические знания, так и практические. Вначале учащиеся не знали, как держать иголку и садиться за швейную машинку. А сейчас они уже умеют шить себе домашние платья, юбки, брюки, тюбетейки, которые носят на ежедневные занятия. Ученики, успешно освоившие специальность швея и прошедшие итоговую аттестацию, получат не только аттестат об образовании, но и диплом по рабочей специальности. Ирдос Кужамтайлы, Саламат Кайпов, Дидар.